18 ноября в районе 3-го микрорайона с 22:30 в аварийном порядке была отключена холодная вода. Произошло это в связи с порывами на магистральном водопроводе. Ранее аналогичная ситуация случилась в 1-м микрорайоне в домах 3 и 9. Число порывов было около 16. Без холодной воды остались жители 10 домов. Большинство из них подключили к водоснабжению очень оперативно. Это отметили и сами жители. После 19-го дома, я живу в 19-м, и там разрыто. Но там сразу даже ночью работали. И сразу это на утро дали воду. К пятнице 23 ноября оставались отключенными от водоснабжения только два дома. Это общежитие 7А и 12А в 1-м микрорайоне. Работы там завершили к обеду. Но еще предстоит разобраться с остальными дефектами. Мы планируем завершить их на следующей неделе. В течение недели. Порывов много, работ много, работаем мы в две смены, техники хватает, в принципе, помощь других организаций при необходимости нам оказывается. Ситуация находится на личном контроле Вячеслава Сидункова. Ирина Нурматова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.